Отож, до нашого ефіру доєдналася Алла Завгородня, лікарка-кардіолог обласної клінічної лікарні. Доброго ранку. Я думаю, що я не помилюся, якщо скажу, будемо говорити про поширене сьогодні явище, як гіпертонія або, якщо зрозуміліше, артеріальний тиск. Вчора, готуючись до нашого ефіру, я прочитала в інтернеті, що кожна друга людина страждає від артеріального тиску. Ця цифра реальна чи ні? Давайте розпочнемо з цього. Это реально, если вы читали во всем мире или в Украине? В свете. Да, в свете. Да, это угу. Так, действительно. И в развитых странах, и в странах, как говорится, третьего мира, это действительно очень большая проблема. Чому так? Будем разбираться. Вот для початку, что ж таке ця гипертония и что таке артериальный тиск? Артериальная гипертония, или, как во всем мире принят термин, эссенциальная артериальная гипертония, это просто повышенное артериальное давление. Ну, если я вам начну рассказывать все механизмы формирования артериального давления, нам не хватит и дня. Скажем так, что основные механизмы – это работа сердца, сила, с которой сердце выталкивает кровь, и сосудистое сопротивление, то есть с какой силой сосуды эту кровь принимают. Причин очень много. Одна из этих причин – это такая всеобщая урбанизация, которая привела относительно к гиподинамии, то есть люди стали меньше двигаться, к изменению характера питания, пища стала более калорийная, содержать более каких-то вредных добавок, которые тоже ведут к образованию гипертонии. Такие вредные привычки, как, например, курение, что является, в общем-то, малой наркоманией, наши стрессы повседневные, бесконечные. То есть причин очень-очень много. Поганый сон, можно перераховывать. Ну, а плохой сон – это следствие стресса. Даже не сколько именно физические нагрузки, сколько психоэмоциональные ведут к формированию гипертонии. Я хочу еще для себя разобрать для телеглядачів, гипертония, артериальный тиск. Это явище одноразове чи ні? Чи ми це вже можемо говорити як про діагноз, наприклад? Чи я гіпертонік, або у мене просто підвищився артеріальний тиск? От як оцей баланс розуміти? Для этого желательно измерять давление самому, потому что, как правило, офисное измерение давления, то есть то, которое у врача, оно всегда будет выше нормы. И есть такое понятие, даже если вы сами себе меряете давление, то первое измерение всегда будет повышено. Поэтому, если, например, человек в течение 3 месяцев ежедневно меряет давление, и оно у него выше 140 на 80, тогда это можно с уверенностью сказать, что это артериальная гипертония. То есть, если 140 на 80, это уже подвищено. На 90, 40, это уже подвищено. Тоді з власного досвіду, якщо моє 90, як то кажуть, робоче, я скажу таким терміном, та 90 на 60, інколи в мене там була 110-120, я вже такий вмираючий жучок. Тобто це воно в мене не підвищене, треба до 140 ще ні, чи ні? Ні, це ситуаційна гіпертонія у вас. Тобто чоловік не машина. У нього, звісно, по якоїсь ситуації, він працює, щось робить, розмовляє, у нього давлення чуть-чуть повищається. Але в течение 2-3 хвилин після цього воно має прийти в норму. Тому, якщо у чоловіка давлення своє робоче, как говорите, 90 на 60, 120 может расцениваться как гипертензия только в том случае, если оно стойкое и сопровождается какой-то симптоматикой. Если это в течение 1-2 минут и оно прошло бесследно, это не гипертензия. Ну, просто треба ще встигнути за цю хвилину помиритися. Не надо это делать, просто на этом не надо акцентироваться, если это не беспокоит. Но если в семье есть гипертоники, если особенно оба родителя гипертоники, тогда об этом, конечно, надо задумываться рано. Тобто, зараз ми говоримо про генетику, це генетичне захворювання. Наслідственность, да, очень большое имеет значение. Практически, ну, в основном это гендерное, то есть мужчины чаще по мужской линии наследуют, а женщины по женской. Если у одного родителя гипертония, то 50% вероятности, что будет. Но если у обоих, то практически 100%. Какие симптомы? Давайте про симптоматику поговорим. Вот гипертония как раз одно из тех заболеваний, которое совершенно бессимптомное. Вообще слово «болезнь» как будто предполагает, что у человека должно что-то болеть. И многие гипертоники, то есть люди с повышенным давлением, ни на что не жалуются. Они ни на что не жалуются до тех пор, пока что-то не случится. Ну, такое глобальное, это может быть инфаркт, инсульт или что-то более серьезное. То есть это уже наслідки, до яких призводит. Это серьезное осложнение, да. Но до этой поры у них может быть вообще не быть никаких симптомов. Не болит голова, не болит сердце, они чувствуют себя неплохо. Может быть, они могут ощущать какую-то небольшую тяжесть, но они к ней привыкают и считают это нормой. И поэтому они очень долго не обращаются к врачу, просто потому что их ничего не беспокоит. А як же тоді біль позаду голови, деяке головокружение? Не завжди зв'язано з повищеним давлением, поэтому говорится о том, что нужно мерить давление, ведь вот эта тяжесть затылочной области может быть и при пониженном давлении, и не надо спешить хватать пить таблетку, если болит голова именно от давления. Сначала его все-таки надо померить. Поэтому, в принципе, тонометр, наверное, дома должен быть у каждой семьи, независимо от того, есть там гипертоники или нет. А як часто треба вимірювати тиск? По ситуации. Если есть
дома такой пациент с гипертонией, то, конечно, в зависимости от того, как самочувствие, можно мерить и каждый день. Можно мерить несколько раз в неделю. Если это просто профилактически, можно вообще не мерить или мерить, скажем, раз в полгода. Бывают такие неблагополучные, так называемые метеодни, когда ухудшается состояние. Гипертоникам, которые вынуждены принимать таблетки постоянно, конечно, давление надо мониторировать достаточно часто. Может быть, даже 2-3 раза в день. Ну, обычно это оговаривается с врачом. Даже многие пациенты у нас ведут такой дневничок, контроль давления, для того, чтобы потом врачу было видно, когда надо, может быть, вовремя подкоррегировать лечение, что-то убрать, что-то добавить, вот в таком плане. Ви радите вимірювати тиск самому собі? Чи можна це зробити? Чи треба варто когось прохати, просити, щоб допомогли? Смотря какой тонометр. Если это тонометр механический, тогда лучше, конечно, чтобы мерял кто-то, потому что когда сам себе накачиваешь грушу, оно немножечко повышается. Очень удобны для измерения полуавтоматические и автоматические тонометры. Просто почему-то большинство населения считает, что они не точны. Дело в том, что они как раз очень точны. И поэтому иногда бывают немножечко ошибочные измерения. То есть пациент, когда меряет давление, он все равно подсознательно немножко волнуется. Абсолютно, и первое измерение всегда будет повышено. И вот это людей смущает. Они говорят, как так, я меряю 170, через минуту я меряю, у меня уже 140. Это действительно так. Это реакция на первое измерение давления. Это естественно. Это 90-95% людей, даже без этих измерений. Мы з'ясували, в чому справа. Відкрили цей секрет, так? Да. А ще інколи спори такі викають, на які ж руки вимірювати, на правій чи на лівій? Скажу. Это зависит от того, какая рука ведущая. Если человек правша, у него ведущая правая рука, на этой руке, как правило, давление может быть даже на 20-30 мм больше нормы верхней и на 10-20 нижней. Поэтому лучше мерять не на ведущей руке. Если левша, на ней всегда будет повышено. Иногда бывают такие ситуации, когда есть атеросклероз сосудов, и тогда выраженная разница. Например, на одной руке будет 180, на другой 120. Такое бывает. Но вообще мы стараемся мерять не на ведущей руке. То есть у большинства населения это левая рука. А так вообще не принципиально. Принципово. Щодо вікових категорій, давайте ще зазначимо, чи може бути у молоді артеріальний тиск, і про який вік ми можемо говорити? Ну, и у детей бывает гипертония. Просто у детей, как чаще всего, это ситуация врожденная. То есть это либо какая-то тяжелая патология почек чаще всего, либо определенные пороки сердца и аорты. То есть у детей, конечно, это редко. Имеет большое значение, к сожалению, метаболический синдром, то есть ожирение. Как правило, у таких детей тоже есть гипертония. В основном давление растет немножко с возрастом. Растем мы, растет и давление. Но на сегодняшний день нет четкой нормы, что, как раньше говорили, у пожилых там 160 – это норма. Нет. Для всех принята одна норма от 120 на 80 до 140 на 90. Причем оптимально, чем ниже давление, то, которое человек переносит, тем лучше. То есть ему нужно поддерживать максимально то давление, при котором ему комфортно. Я зрозуміла, не варто завжди панікувати, якщо у нас, давайте про профілактику дещо поговоримо, для того, щоб відкласти на подалі, таке поняття гіпертонія, що робити? Профілактика – це, звісно, велике діло, це краще, ніж пити лікарства, але це немножко більш складно. Прежде всего, якщо в сім'ї є гіпертоніки, то треба повністю пересмотрети своє питання і здоровий образ життя. Це фізичні нагрузки. То есть не меньше 30-40 минут в день. Так как у нас сейчас большинство населения за рулем, это бывает тяжело. Не обязательно ходить в спортзал, можно просто гулять. 30-40 минут в парке, с собачкой, с подругой или с другом, самому как угодно. То есть это дает свои результаты, да? Конечно, да. Физические нагрузки. Гипертоникам следует избегать только двух моментов. Подъема тяжестей, то есть силовые нагрузки как раз гипертоникам нежелательны. А именно аэробные, плавание, бег, велотренажер или велосипед, теннис, волейбол, баскетбол, вот такие. И гипертоникам нежелательно делать резкие движения, скажем, там резкие наклоны, резкие повороты туловища. Все остальное, пожалуйста, даже показано. Хорошие такие физические нагрузки снижают давление. Питание очень большое имеет значение. У нас, к сожалению, вода немножко соленоватая, и все продукты готовые, которые продаются в магазинах, содержат большое количество соли. А мы еще и потом додаем приготовили. Вот. Поэтому гипертонику или человеку, склонному к гипертонии, желательно соли в сутки употреблять не больше 5 грамм. Это чайная ложечка. То есть, если это много готовых продуктов из магазина, это хлеб всегда соленый, колбаса, сыр, они все соленые. Поэтому ему надо просто минимально солить.
ничего не досаливать, не пересаливать. Частично соли, если говорит человек, что безвкусно, можно заменить специями. Любые травы, это не противопоказано для гипертоника. И, конечно же, животные жиры ограничивать, потому что соль в сочетании с большим количеством животных жиров ведет к атеросклерозу. Это дополнительно ухудшает течение гипертонии. Курение очень вредно вообще всем, но гипертоникам в частности, потому что каждая сигарета выкуренная вызывает длительный спазм сосуда от 15 до 30 минут и учащенное сердцебиение. Поэтому курение в большей степени, чем алкоголь, влияет на сердечно-сосудистую систему и категорически противопоказано гипертоникам. Поэтому в основном физические нагрузки, правильное питание, спокойная нервная система, чтобы меньше всего реагировать на окружающие. Да, насколько это возможно. Да. То есть научиться просто оградить себя максимально от внешней среды. И можно жить долго и счастливо. Щиро вам дякую за приємну розмову. Але Завгородній, лікарка-кардіолог обласної клінічної лікарні, була у нас в гостях. Дослухайтесь до порад. Це не складно. Бережіть себе.